Снеговика мы с тобой слепили. А чем еще будем заниматься? Ой, а я слышу, кто-то к нам едет. Здравствуйте, здравствуйте! В этом доме живут маленькие свинки Пеппа и Джордж. Мне нужно доставить им новогодние подарки. Новогодние подарки! Ура! Папа, мама, дедушка приехал! Я сегодня не дедушка свин, я сегодня Дед Мороз. Все равно мы, дедушка, тебя узнали. Ну, раз узнали, придется признаваться. А кто у нас любит киндер-сюрпризы? Мы любим, дедушка, мы любим. Я привез киндер-сюрприз для Джорджа. Второй киндер-сюрприз для Пеппы. Третий сюрприз для мамы свинки. И четвертый сюрприз для папы свина. На Новый год подарки любят получать и взрослые, и дети. Спасибо, дедушка свин. Я очень люблю распечатывать киндер-сюрпризы. И я очень люблю распечатывать сюрпризы. Подарки вам доставлены, а теперь мне нужно ехать. Меня бабушка-свинка уже заждалась. Мама-свинка, а чего дедушка так быстро уехал? Ему еще нужно развозить подарки другим ребяткам. Хорошо, давайте распечатывать сюрпризы. Давайте. Мне тоже интересно. Чур, мой киндер-сюрприз распечатываем первым. Какой Дед Мороз! Ну-ка посмотрим, что там спрятал. Ух! Коллекционная оранжевая капсула. Ой, какой замечательный снеговичок! Прям настоящий, с голубой шапочкой. Это наши почтальоны, которые доставляют Дедушке Морозу письма от ребят. Складываем наше письмо вот так. И наш снеговичок-почтальон доставит письмо Деду Морозу. Теперь посмотрим, что спряталось в моем киндер-сюрпризе. Покажи, Дедушка Мороз, какой сюрприз ты привез для Пеппы. Тоже коллекционная капсула. Дедушка Мороз привез Дедушку Мороза. И этот Дед Мороз получил письмо и доставляет подарок по адресу. Теперь настала моя очередь распечатывать киндер-сюрприз. Ну, дедушка и фантазер, я уже не помню, когда последний раз распечатывала киндер-сюрпризы. В основном этим у нас занимается Пеппа и Джордж. Вау, какое большое яйцо! Сейчас шоколад уберем и после ужина будем кушать все вместе. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! С Новым годом, с Новым годом! В большом киндере спрятался замечательный снежный человек.
на подставочке, которую можно использовать для приготовления печенья. На пластилине можно делать такие замечательные отпечатки, снежинку. А когда мы все вместе собираем, снежный человек. Теперь наступила моя очередь. Дедушка Свин решил, что без сладкого я уже могу обойтись. Давайте посмотрим, что спряталось в этом интересном новогоднем пакете. В новом пакетике целых 2 пакетика. В этом пакетике мы нашли вот такую замечательную мумию. Нам достался такой пистолет с мягкими пульками. Скорее всего, этим пистолетом будет играть Джордж. Ох, и смешной дедушка Свин. Он привез подарки для папы и для мамы, которыми будем играть мы. Правда, Пеппа? Правда, Джордж? Киндер-сюрприза. Сюрпризы для детей. Я обожаю открывать киндер-сюрпризы. Никогда не знаешь, что там спряталось внутри. Ребята, что вам попалось в последний раз? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. И подписывайтесь на канал «Бабушкины сказки», чтобы не пропустить следующие серии. Пока!